по графику, по закону 27 числа. Вы сбиваете, да? Давайте, для нас очень важный объект. Директор говорит, чтобы цель и задача была, чтобы дети учились в одну школу, в одну смену. Это очень важно, что такой объем, конечно, приличный. И самое главное, деньги решены как федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет. Поэтому мы должны сделать все возможное, как обещали 1 сентября, на начало учебного года, что процесс будет завершен. Подавляй людей. Ладно.